Всем привет, с вами Зонг и Витя. Сегодня будем комментировать реплейчик на китайца тяжелый 9 уровня на химках. Позволю сказать себе пару слов по поводу твоей прекрасной эмблемы. Она издалека похожа на красивую эмблему World of Tanks. На самом деле это панда. Нет, это не панда, это медведь. Это медведь у тебя или панда? Вроде бы очки черные. Это медведь. Это медведь. Да, за игроком киллер не смотрится. Нет, к сожалению, реплей не позволяет переключать танки. Хотя жаль, конечно. Ай, нубский уголок. Нубский уголок, начинаешь нубский уголок. А что еще тут делать, если никто не поехал? Ну сюда великолепный танк Т-26 Е4 собирался ехать. Ты видишь просто, я как отбиваю снаряды ОК Про. Видел, как тот человек Про отбил снаряд от девятки. Ты десятка не можешь, тут девятка, не можешь восьмерку пробить. О да, это прекрасный размер. Чё ты быстро починился-то? А чё не чиниться-то? Начало неплохое. Да. Я помню, что... Что ты не со взводом, а отдельно. Ну вот так, он на среднем танке поехал на гору. А начало хорошее, если ты против восьмерок тут стоишь, то значит дальше будет все еще веселее. Да. Ну а ты же не смотрел результат такой, да? Я видел результат, что там нагма. Естественно, хочешь всем с этим поделиться. Конечно, хочу. Мне очень вообще нравится вот этот вазик 111. Пинашки 12 тест, как классно вышел. Прям на 2 арты на наши, а. Да, арты молодцы. Нет, арта-то что может сделать просто? А, божественный удар, ты продолжаешь. Тебя вот туда в мехвода пробивают, да? Не, ну корпус-то там вообще пробивается. Если... У тебя нормально. Не, башня нормальная. Понятно. И сухо тебя, естественно, не заметит. Какая, ну заметит она меня, что там, окна-то нету. Смотри, как из третьей стоит шикарно. Я вижу, как ты шикарный вот. Наши тем временем... Башни так на тебя повернул, что происходит. Продавили горку, да. Хорошо, вот надо там. Хомячку. Жалко, не вижу ничего на горке, там, наверное, товарищ твой тащит. Уже 2 фрага. Ну, 2-6 счет уже отличный. Фрага твоего товарища, третий тоже. Нормально, пока все Киркоровы от вас идут. 12, молодец, он, наверное, решил, что он вас сумеет оттанковать. В этот момент. Просто отдался. Ну, а что он тут еще сделает? Нет, передом. Жопы. А, 54-ка, да, жопы. Да молодец, а. Ну, походу, нас не видит. Час. До 9 уровня научился на карту. На мини-карту не смотреть, то есть даже на 9 уровне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Остановился, молодец. Ему уже в жопу. Вот, слушай, по-моему, ты просто с крабом. Ну, возможно. Но тут было много крабов. Заметишь, как, кстати, какая альфа-то вылетает. Кто переключился против C4? Ну, чтоб наверняка. C4 просто показал высший класс, завершив бой так, как он должен был завершиться, убившись от танка противника. Тем временем Колян уже покинул нас. Ну, значит. На горке. Да, что-то там вафли его. Качаешься. Т-26, я не понял, фугасом что ли фуганул? Не заметил. Связалось. Ну, пока я вижу, что там чего-то повоевали, а ты наткнулся на пару крабов. Мастера так и получаются. Да, это, кстати... Фиг едет. Об этом я, кстати, и говорил в видео по Хэвику, и вот он, наверное, тоже не смотрел. Я слежу за всеми твоими видео, я подписан на твой канал, мне приходится честно их игнорировать. В
вот ведь ты. Ну ничего, у тебя еще будет возможность. Это танк, кстати, купил по твое обращение, что ты я будешь смотреть их. Благодарен. Ха-ха-ха. Вафли, вафли летит сюда? Вот с этой сухой, я, кстати, помню, я затупился. Никис, вот так. Ну да, она еще не разрядилась. Вот этот вот. Это может быть. Этот, вот этот фейл. Вафли разрядился. Не, вафли там не видно. Лесуху видно. Может, не пробиваем, а тут лесухи, это, конечно, еще более печально. Не, ну в лючки-то она пробивается, но лючки выцелить надо, видишь? Для потехи это сложно снизу вверх лючки выцеливать на таком расстоянии. Вот это прошот сейчас был вообще. Да, опять ваншотик приехал. Лесуха бедная, стоит, наверное, сейчас кликает себе в чат. Спасите, помогите. Вот хорошая, да. Нам пушка АТ-7, по-моему, не завезли на советские танки, да? На 9 уровне. Нет, ну там пушка АТ-4, в принципе, тоже неплохая. Ну, тут все-таки ты альфа играешь. О! Да, вот альфа это... Учить. Мог. Но в такое уже, когда столько хп сохранил, можно его уже и разменивать, в принципе. 100%, это позорно. Тут он, кстати, стоит очень неудачно для меня. Да. Выезжал был бомбово и убивал. Вот сейчас трёхи свезло. Он стоит вместе с тобой, сведенный на 34-го. 3%. Арта по нему промахнулась. И только тогда он ее увидел. И промазал. Слушай, ну ты вообще халтурщик. Ну дамаг даже. Ну а чё лезть-то? Ну если он приехал. Он, кстати, так... По-моему, даже и не собирался на них разворачиваться. Да, потому что он тоже был до конца уверен, что ты все-таки выйдешь пострелять. Я не знаю, я готов разменять свою жизнь на какой-то дамаг еще к концу боя, потому что все-таки 100% к концу боя, да, ну это не серьезно. Да, я тоже бы был готов, но то он стоял так, что даже если ты выйдешь, ни хрен его пробьешь, он же там за насыпью был. Ну, поближе подъехать. Вот это хорошо. Причем это арта из какого-то клана ЕГЭ, но не из нашего. Тараном? Не, зачем? Кстати, а в реплейчике эти не видны эмблемки кланов, только сейчас заметил. Я бы тараном добил, это было бы так унизительно. Это не очень легкий там, ну не очень тяжелый там. Он бы... Добрал бы. Ты 100%, я так понимаю, до конца боя решил, да, анонировать. Не, я помню, что целым я уже не был. Против Е4. Вот сейчас, знаешь, вот в этот момент, когда там уже... Один тупой ваншотик, второй меньшим количеством хп на суперпершинке, ты такой 100% на девятке, понимаешь, что это твой фрук. Ты понимаешь, что это твои хп, и никто тебе не помешает их взять. Представляешь, со стороны нашего С3 зеленого, какой-то тоже был суперский крутой суп-мега-бой. Нет, не представляю. Он же, блин, тащил. Ну, тут я бы решил уже идти, как ты говорил, наглую. Он тащил сквозь весь бой, пытался, пропихивался, он... Может... Он берет базу. Ты бы посмотрел, на самом деле, у него знаешь нервы какие сейчас, а вдруг ты проиграешь? Он тебя, кстати, неплохо и пробивает все. Ну, голдой. Ну, не знаю, у него звездочка была, он молодец. Кто молодец? А, кстати, он поехал ко мне потом из третьей, не стал базу брать. Подобрать он поехал. Да. В общем, результаты боя на вашем экране. Спасибо моему соведущему. Пожалуй, 100. Тьфу на вас, господин Крем, да? А ты видео по Хэвику посмотри, ты там тоже фигурируешь. С Зугом. Я уже видел, как я фигурировал на твоем видео. Пока желаний. Ой, ты обиделся. Нет, я там тащил, слушай, я жил, я был одним из последних выживших танков в конце боя. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бла-бла-бла, всем пока.